К другим темам. В Белгороде завершился ежегодный смотр-конкурс среди работников дошкольных учреждений «Творческий дебют 2019». Гала-концерты награждения победителей по традиции приурочили к Международному женскому дню. За лучшими выступлениями участников наблюдала и наша съемочная группа. Алексей Бояркин музыкой увлекается с детства. С недавнего времени работает музыкальным руководителем в детском саду номер 23. В конкурсе «Творческий дебют» принял участие впервые и получил диплом победителя в номинации «Вокал». Музыкой я занимаюсь, наверное, лет с 14, профессионально, может быть, с 19. Мужчин поющих, сами понимаете, в детских садах не так много, мне кажется. Поэтому так получилось. Хореографический коллектив «Сударушка» детского сада номер 60 – постоянный участник конкурса работников дошкольных образовательных организаций и уже второй год подряд победитель в номинации «Хореография». На этот раз на суд жюри был представлен танцевальный номер «Разудалый перепляс». Мы танцевали с душой, и что нам нравится, то, чем мы занимаемся. Для нас победа – это очередной успех нашего детского сада. Прославляем свое любимое дошкольное учреждение номер 60. В рамках гала-концерта победителей и призеров творческого дебюта наградили в четырех номинациях – разговорный жанр, хореография, вокал и в новой дисциплине в формате видеоролика «Мое хобби». В этом году в конкурсе приняли участие почти 300 работников дошкольных учреждений Белгорода. Творческий дебют – это не конкурс педагогического мастерства, это не профессиональный конкурс, это действительно конкурс талантов. Не секрет, что работник учреждения дошкольного образования, воспитатель, как мы привыкли называть, должен быть талантлив и разнообразен. Для того, чтобы быть интересным детям, для того, чтобы быть авторитетным для родителей, чтобы научить малышей самым разным направлениям и помочь им раскрыться тоже в разных направлениях. Отметим, конкурс «Творческий дебют» прошел в Белгороде уже в 13-й раз. Елена Старостова, Мария Скокова, Андрей Андрейко. К этому часу Белгород.